Здравствуйте, уважаемые друзья. В эфире программа «Тема дня». Мы работаем в прямом эфире. Нам можно звонить по телефону 300-190 и задавать свои вопросы. Сегодня в студии для вас работает Ирина Чекунова. А теперь представляю экспертов нашей сегодняшней программы. Итак, Владислав Николаевич Жуков, начальник управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тверской области. Владислав, добрый день. Добрый день. Виктория Ливоновна Терехова, врач-психиатр-нарколог Тверского областного клинического наркологического диспансера. Виктория, здравствуйте. Здравствуйте. И Ирина Валерьевна Скиренко, заместитель начальника отдела по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами прокуратуры Тверской области. Ирина Валерьевна, добрый день. Добрый день. Многие годы и в этой студии мы не перестаем повторять, что торговля наркотиками угрожает национальной безопасности нашей страны. Я думаю, что с этим согласятся очень многие, и тем более, что в смертельный капкан попадают дети и подростки. И возраст самого наркопотребителя далеко не старый, как, наверное, и тех, кто торгует наркотиками. Давайте начнем с этого. Владислав, кто в основном попадает в поле зрения сотрудников полиции, и что это за люди? Для них торговля наркотиками – это основной вид заработка, который приносит, я думаю, баснословные доходы. Если сейчас говорить о именно сбыте наркотических веществ, лица, которые осуществляют сбыт наркотических веществ, конечно же, непосредственными сбытчиками являются молодые люди, которые действительно покупаются на ту рекламу, распространяемую в сети интернет, на сайтах Darknet, в Телеграме, о том, что это очень хорошие заработки. Ну, молодые люди, это в возрасте от 18 и старше, до 30 лет, которые либо сами являются потребителями, либо, понимая, что могут заработать легкие деньги, пытаются приобщиться к этому незаконному наркобизнесу. Но здесь надо понимать, что сама структура наркобизнеса предполагает она несколько составляющих. То есть это помимо непосредственных закладчиков, которые являются лицами низшего звена. Да, это самый низ. Мы сейчас видим четкую структуру. Это и лица, которые организуют интернет-магазины. Это основной вид преступной деятельности и распространения наркотиков, который сейчас осуществляется. Лица, которые являются оптовыми поставщиками, курьерами. И данная категория лиц, она может быть, ну, по возрастной категории очень различной. Вот. И здесь надо понимать, что все идет к тому, что в наше поле зрения попадает большой круг лиц, и цепочка фигурантов, она не ограничивается только сбытчиками наркотических веществ, но это и курьеры, организаторы интернет-магазинов, те, кто организует и владеет этими площадками, ну и в том числе, кто непосредственно занимается наймом. Также в том числе есть и такая категория, которая нанимает людей для вот этого незаконного наркобизнеса. Сразу, так знаете, в голове так сразу такой вот образ такого мафиози, который сидит уже в годах, да, и возглавляет все это, дергает за ниточки, вот, чтобы вся эта машина работала. Наверное, есть люди такого возраста, которые, может быть, на самой вышине сидят. Ну, может и такого, но в нашей практике вот надо сделать акцент на то, что наоборот, более молодые люди сейчас, которые очень хорошо владеют интернет-технологией, очень продвинуты в этой части, как раз и являются организаторами вот этих интернет-магазинов. То есть они, мы в своей деятельности, да, сталкиваемся как с пресечением и межрегиональных площадок, которые занимаются распространением наркотических веществ на территории нескольких регионов, но и в том числе нами и в этом году, и в прошлом году пресекалась деятельность и региональных интернет-магазинов, которые молодые люди образовывали непосредственно под себя и замыкали и денежные переводы, и финансирование, приобретение именно для распространения наркотиков на территории нашего региона. Такие
факты тоже были. Нами пресечено порядка 7 интернет-магазинов именно нашего регионального уровня. То есть пресечением... это не все союзные такие, именно наш, на земле Верхней Волжи организованные. С пресечением всей цепочки деятельности от сбытчика до организатора этой непосредственной деятельности. Ирина Валерьевна, в суды часто, вот все-таки вы и поддерживаете гособвинение, да, наверное, часто, встречаются, что на скамье подсудимых несовершеннолетние, подростки еще попадают ли? Или вот возраст, как сказал Влад, он вот такой, он в основном молодой? Ну, основные лица, которые привлекаются к ответственности уже на стадии судебного разбирательства, это, конечно, лица среднего возраста от 20, наверное, до 40. Больше масса за сбытное количество. Ну, к 40-то это уже зрелый человек. Ну, они и сами употребляют, соответственно, и находя в этом источник собственного удовлетворения потребностей, да, употребления наркотических средств, они занимаются сбытом наркотиков. А вместе с тем имеют единичные, конечно, факты, но имеют место быть, когда несовершеннолетние, гоняясь за легкими деньгами, вступают на этот бизнес. У нас даже был прецедент в прошлом году, когда несовершеннолетний очень хорошей характеристикой из многодетной семьи являлся волонтером в общественных организациях, вместе с тем ЕГЭ он сдавал в изоляторе, потому что, купясь на доход легкий, взял крупным массу наркотических средств в закладке для расфасовки. И был деятельность его пресечена. Поэтому, безусловно, что судьбу не могу, это дело уголовное следствие. Но, конечно, безусловно, с учетом санкции статьи, конечно, только реальное лишение свободы ему грозило. Кстати, это. По-моему, я это дело даже помню. Я приходила на судебный процесс, там такой вроде бы внешне благополучный, из благополучной семьи молодой человек, если вот я не ошибаюсь, да? И родители говорили, что это не могло случиться никогда. Все угодно, только не с моим сыном. Ну, как обычно говорят, да? В таких ситуациях. Виктория, скажите, у вас возраст, вот к вам обращается кто первый? Ведь мы раньше говорили об опасности так называемого первого укола. Когда тебе предлагают, попробуй. И что, типа, если ты не попробуешь, значит, ты слабак. А вот если ты попробуешь, то потом ты подсядешь. Есть, и мы должны говорить, что это продолжается как на фоне синтетических наркотиков, так называемых тяжелых, и травы, да? Да, это все опасно. Это так. К сожалению, это так. Если говорить о возрасте, который, в котором, скажем так, обращаются сейчас преимущественно, то здесь прослеживается, к сожалению, более существенное расширение вот этого диапазона возрастного. Да? То есть, если раньше начинали как-то или с подросткового какого-то возраста, да, то есть, когда поисковый вот это и идет эффект, то теперь, можно сказать, любви все возрасты покорны. Поэтому иногда пробуют и в 40 лет, что удивляет, как бы, да, то есть... Вроде бы устоявшийся человек, да? Да, что очень сильно как бы удивляет, но, к сожалению, вот такая вот тенденция есть, и поэтому ограничиваться какой-то определенной возрастной категорией уже не приходится, да, то есть вот если, например, вот тут бы вот как-то вот соломки подстелить этому возрасту, то остальное бы там нормально все пошло. К сожалению, уже не так, да, то есть подростки, они остаются как бы все равно естественно, да, то есть в приоритете, потому что это очень такой опасный возраст, когда их можно склонить на все на что угодно. Вот. Но и дальше, к сожалению, тоже сильно лучше не становится. А когда обращаются к вам, вот как вот родители, это что касается подростков, а в зрелом возрасте люди приходят к вам за помощью, когда они понимают, что самим не выкарабкаться? Вы знаете, приходят. Вы знаете, приходят, но очень часто, в зависимости, сейчас расширился, скажем так, ассортимент предлагаемых услуг на этом рынке, да, то есть если раньше в большей степени мы сталкивались все-таки с опиоидными наркотиками, да, то есть и там как-то более-менее типичная какая-то картина была, то теперь на, скажем так, арену выходят в том числе и другие виды, да, то есть это зачастую каннабиноиды, синтетические наркотические вещества. И вот здесь по каждому виду наркотических и психоактивных веществ, в общем-то, идет разная как бы ситуация, да, то есть, к сожалению, по синтетическим вот этим психоактивным веществам часто попадают именно в экстренном порядке куда-то там в стационары, да, то есть или еще что-то именно в каких-то психотических расстройствах.
устройствах и какими-нибудь... Просто крыша съезжает. Да, 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 именно вот в таком плане, да, то есть или же родители начинают откровенно замечать, близкие там начинают замечать, что поведение становится совершенно неадекватным, вот вплоть до сумасшествия, да, то есть, к сожалению, велика как бы тяга к тому, к каким-то самоповреждениям, да, то есть там или еще что-то. Но здесь вот, я говорю, то есть широкое как бы разнообразие теперь симптоматики идет, да, то есть и обращаемость в этом плане, и она расширилась. Давайте есть... мы об этом поговорим сразу после перерыва. Уважаемые друзья, не переключайтесь, телефон прямого эфира 300-190. Еще раз, да, у нас еще, вот мы продолжаем обсуждать разговор. Сегодня разговор серьезный, это как уберечь жителей Верхневолжья от наркотического зла, потому что по-прежнему, сколько уже лет прошло, 30 лет прошло, как существует, да, в рамках МВД России отдел. Да. И ныне управление по незаконному, по контролю за оборотом наркотиков, да, а проблема как стояла, актуально так и стоит, да. Если мы вспомним, Владислав, если мы вспомним 30 лет назад, ведь все начиналось с небольшого отдела, да, в МВД, всего 5 человек работало, да, 5 это... оперативников, которые, причем, мне говорили ветераны, они учились, негде было даже учиться, они учились вот с откуда-то с районов, народ приезжал сюда в управление на площадь мира, да, и здесь и учились непосредственно, а потом выезжали на задержание и учились, как, что, чего, как документировать, да? Да, то сейчас все изменилось. Так, если... немножко вспомнить историю развития подразделений наркоконтроля, то действительно это сначала были немногочисленные подразделения с 5 человек, в управлении начиналась эта работа, и постепенно с пониманием значимости этой проблематики шло и продвижение непосредственно службы. Далее уже подразделения были образованы и непосредственно в территориальных органах внутренних дел на нашей территории. Потом мы помним период, когда указом президента в 2003 году была создана специализированная служба ФСКН, которая да, аккумулировала и все взаимодействие по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Включали дополнительные функции, это и профилактика, взаимодействие с другими ведомствами. Вот. Ну и в 2016 году вновь в системе МВД была создана преемственность, и служба ФСКН была реорганизована, и уже данная работа была... Ну, на структуре МВД. МВД, да. Кстати, Владислав, сотрудники, которые большой опыт наработали вот там, вот в недрах ФСКН, вернулись к вам на работу, на службу, там опытные оперативники были? Не то, что вернулись, да, влились именно в нашу систему, в систему МВД, и, соответственно, и вот этот опыт, не только опыт оперативной работы по разработки, документирования, задержания лиц, но это огромнейший опыт и профилактической работы, которую тоже нельзя забывать, и она носит очень важный характер. Опыт работы по организации и профилактических мероприятий. У нас такие мероприятия, как антинаркотический месячник, «Сообщи, где торгуют смертью». Вот эти все акции, они носят очень масштабный и очень важный характер. Я хочу заметить, что вот эти вот акции не ограничиваются вот такими пресловутыми месячниками, да, как мы говорили, провели месячник и забыли. И потом можно не сообщать, где торгуют смертью, еще 11 месяцев в году, а вот раз в году мы сообщаем все дружно, да, что эта работа ведется постоянно. Да, не только. Основной упор мы в плане профилактики делаем, конечно же, на категории молодых людей, несовершеннолетних, учащихся подростков в школах, в техникумах, в высших учебных заведениях, потому что это очень важно, и это та категория, которая в дальнейшем, конечно же, уже приходя к осознанию того, что вот вредные привычки – это, в общем-то, риск игры с жизнью, здоровьем, понимают и мы видим результат того, что все больше молодых людей втягиваются в спортивный и здоровый образ
пропаганда здорового образа жизни. А потом, да, потом сейчас же у нас поставлены такие условия еще, что если человек единожды принял наркотик, то это уже анализ показывает, да, что ему потом не быть, да, никогда не занять определенную работу, да, и дальше по жизни продвигаться будет сложно. Это надо очень понимать, да, может быть, молодые люди сначала это не понимают, важности вот этой проблематики, что, вступив на этот путь, даже употребление наркотических веществ в дальнейшем это может быть связано с значительными ограничениями в каких-то трудовой деятельности, в какой-то трудовой деятельности, в каких-то отношениях и возможности участвовать в каких-то более гражданских мероприятиях. Поэтому тоже немаловажный вопрос. Ирина Валерьевна, вот я хотела, извините, Владислав перебила, вы взаимодействуете вот в этой вновь организованной, скажем так, уже 16-го года структуры прокуроры и участвуете ли в той самой профилактической работе, о которой сейчас Владислав говорил? Ну, конечно, органы прокуратуры взаимодействуют, у нас существует межведомственная рабочая группа по противодействию незаконно-оборот наркотических средств. И, безусловно, ежегодно объявляются месячники, но, опять же, это не акция, да, разовая. Но вместе с тем, именно вот в этот период более активизируются мероприятия, подводятся какие-то итоги проделанной работы, обмен практикой межведомственной, корректировка деятельности друг друга. То есть выявляются какие-то тонкие проблемные моменты, которые необходимо урегулировать, в том числе и судебной практикой. Вот по судебной практике касательно, помимо того, что существует ограничение для лиц, употребивших наркотические средства, необходимо помнить всегда, и, наверное, когда Моклов меч повисел над людьми, знание о том, что уголовная ответственность за сбыт наркотических средств и даже за употребление их очень серьезная. Даже за употребление? Даже за употребление, конечно, потому что хранение наркотиков, приобретение их, это уголовно наказуемое деяние. Для того, чтобы потребить, надо его приобрести. Если на этой стадии его деятельность будет пресечена, выявлена, то, соответственно, уголовный закон предусматривает наказание в виде лишения свободы. Для, так скажем, потребителей, конечно, это, наверное, не такой большой размер и кара, но вместе с тем более 80% лиц, привлекаемых к ответственности, получают наказание в виде лишения свободы. И только, то есть 20% единично это условное лишение свободы, либо иные более мягкие виды наказания. Но я знаю, что еще совсем недавно, ну как вот недавно, ну может быть даже лет 10, может быть побольше, Владислав, поправьте, наказание, опять же таки, было помягче, скажем так, да? Когда вот ужесточилось резко, когда вот государство обратилось лицом к этой проблеме, да, и вы стали на самом деле единым фронтом. Вы ловите, вы обвините, гособвинители в судах, да, и люди получают реальное длительное лишение свободы. Ограничить. Да, я добавлю, да, Ирина Валерьевна, то, что действительно срока, получаемые за сбыт наркотических веществ, они очень серьезные, и поэтому во многом это связанная наша деятельность в том, что когда мы проводим такие спецмероприятия по задержанию лиц, занимающих сбытом наркотических веществ, организующих лаборатории и производящих наркотические вещества, естественно, мы зачастую, конечно, сталкиваемся и с физическим сопротивлением, и наши сотрудники, оперативные сотрудники, постоянно находятся в зоне риска оказания какого-то физического воздействия и связанных с риском для здоровья. Ну, конечно, для жизни. Такие деньги на кон поставлены, да. Поэтому и вот фактически на базе нашего управления и создан отряд специального назначения «ГРОМ», который по своему функционалу обеспечивает безопасную работу наших сотрудников, безопасную работу следователей в период проведения каких-то оперативно-следственных действий, процессуальных действий, ну и в дальнейшем для сопровождения уголовных дел до судебной стадии. И очень много случаев, когда приходится вступать в реальные события, связанные с физическим задержанием. Ну да, спецназ. Спецназ, ребята, кстати, там очень хорошо подготовлены. Там есть и кандидаты мастера спорта, и мастера спорта. Там очень хорошая подготовка. Я хотела уточнить у Виктории. Вот говорили наши уважаемые гости, что потребление, надо всегда помнить, оно даже единожды, да, оно скажется на дальнейшей судьбе в плане социальной жизни. А как оно сказывается на здоровье? И можно ли вообще сейчас до конца говорить, что мы, да, мы полностью излечиваем наркоманию? Или она
эта тяга, она остается всю жизнь? Ну, давайте так, если говорить об этом, во-первых, скажем так, лишь бы кто на эту стезю все равно прежде всего не вступает, да, то есть все равно есть какая-то изначальная подоплека у человека, да, то есть какие-то, может быть, его личностные особенности, которые приводят, да, то есть к тому, что он начинает искать, приходит вот именно к наркотическому употреблению наркотических средств. Так или иначе, да, то есть, соответственно, и вот эта вот внутренняя подоплека, которая имеется у человека, во-первых, она тоже всегда поддерживает вот это состояние и наркотизацию, да, то есть, когда человек даже пытается прекратить употребление наркотических веществ, вот этот внутренний червячок, он не дает ему как бы угаснуть, да, то есть ему жизнь не мила становится, да, то есть вроде бы как скучно. Некоторые пациенты говорят о том, что, ну, как-то вот все не весело, непонятно, зачем живу, как-то вот, и какие-то явно депрессивные такие вот настроения идут. Может быть, изначально у кого-то их и не было, но в конце концов, естественно, наркотические вещества переформатируют внутренний обмен веществ таким образом, да, что все равно они выступают как частью, значит, вот этого обменных процессов. И, соответственно, уже когда идет полная разладка организма, да, то есть человек, вот этот вот абстинентный синдром, он у него возникает, и длительно он не может, собственно говоря, прийти в нормальное психическое состояние. Но это не говорит о том, что человек не может вернуться к нормальной жизни. Может. Единственное, что нужно, естественно, четкая и хорошая мотивация. Мотивация, да. Но сила воли здесь нужна. Сила воли, естественно, нужна, но прежде всего нужна мотивация, потому что сила воли, она все равно прикладывается к мотивации, понимаете? Угу. То есть, ради равно, чего? Ради чего, да? То есть, что я хочу, ради чего это делается. И прежде всего человек, мотивация, как правило, бывает ради самого себя. То есть бывает там ради мамы, ради папы там все пытаются, я тебе машину куплю там или еще что-то, вот какие-то внешние вот эти мотивирующие факторы, да, то есть которые подключают родственники, заинтересованные вот во всем этом. По факту они в долгосрочной перспективе, к сожалению, не работают. Да, они на какое-то время могут сдержать процесс, да, то есть, но это человек, как правило, сидит, ждет, вот, ну, я же вот выполнил, вот как у школьников, да, вот я 5 получил за четверть, да, вот ты папу мне обещал. Да. Ну, вот примерно та же схема. Поэтому нужны какие-то более глубинные мотивирующие механизмы, которые необходимо у человека со дна, с его, да, то есть которые уже там глубоко-глубоко где-то закопались, их нужно поднять. Но это с помощью как раз вот у вас, как раз, с помощью специалистов, медиков. Да, включаются, да, то есть поэтому вот эта вот мотивация, она обязательно должна быть, потому что это как раз отправная точка, от чего нужно отталкиваться. Поэтому очень, в принципе, много достаточно пациентов, которые и десятилетиями не употребляют, и они, в общем-то, может быть, и не вернутся, но по факту, поскольку это заболевание считается хроническим, мы всегда ставим как бы долгосрочную ремиссию, подразумеваем, да? Что в любом, как бы, в любой момент это заболевание может вернуться. Да, то есть это, ну, но ремиссия, с другой стороны, может быть сколь угодно долгой. И прежде всего это зависит от самого человека, да, то есть от поддержки окружения, насколько ему удалось ресоциализироваться, да, то есть в общую среду, да, то есть и насколько он научился получать удовольствие от обычной нормальной человеческой жизни. Без наркотиков. Да. Кстати, сейчас, когда выносятся приговоры, вот вы говорили, Ирина Валерьевна, о том, что многие из тех, кто попадает на скамью подсудимых, они сами наркозависимые, да? У нас есть какое-то теперь принудительное лечение? Помните, у нас было, по-моему, в Андреапольском районе исправительная колония на территории области, где лечили, да, в том числе больных наркоманий. Да? Да, сейчас это работает. Судом как-то прописывается или это все на добровольной основе? Нет, ну судом принесения наказания может быть назначено дополнительное наказание, амбулаторное лечение, в том числе в местах лишения свободы, это в Лио 8 в Андреаполь, действительно. Угу. Но
такого вот, чтобы вот массово, как вот принудительно, такого нет. Как помните, исправительные трудовые колонии были. Ой, вернее, да, вот народ на трудовое исправление вставал. Ну, это лечение назначается в том случае, если по делу принадлежит экспертизы, где имеется диагноз, что человек является наркозависимым. Вместе с тем, сам факт употребления не всегда дает основания специалистам, мы видим заключение, где нет такого диагноза. Поэтому, хотя лицо употребляло в том числе наркотические средства, может быть, разовый это был, не систематический характер имел место быть. Не всегда ставится такой диагноз. Понятно. Виктория, а вас не приглашают в качестве специалиста в те же самые места лишения свободы? Нет? Ну, вот на моей практике такого не было. Да, я думаю, там свои специалисты. Там специалисты, есть, конечно, думаю, есть, которые на этом специализируются. Mm-hmm. Да, понятно. Несколько слов о лабораториях, которые вы прикрывали. Вот, Владислав, я знаю, что было несколько таких крупных, причем вот вы тем более тоже говорили, которые специализировались на изготовлении, и это интернет-магазины, и были лаборатории, которые отправляли изготовленный наркотик вообще по всей стране. Да, действительно, и мы выявляли такие лаборатории, которые по своему объему изготовления наркотических средств, это, как правило, синтетические наркотики, занимались обеспечением не только нашего региона, но и в том числе других регионов, и поставки уже в дальнейшем шли на территории других регионов. Данную работу мы проводили в том числе и во взаимодействии с нашим главным управлением МВД России, ну и в том числе с коллегами из других регионов, когда речь шла о межрегиональных преступных группах, и в своей массе это организованные преступные группы. Данные лаборатории, как правило, понимая те объемы изготовления, соответственно, и дальнейшие денежные средства, получаемые от продажи этих наркотиков, а суммы шли на килограммы изъятых наркотиков и миллионы рублей, это при в случае дальнейшего сбыта этих наркотических веществ, имели очень хорошую конспирацию. Естественно, выявление данных лабораторий носило очень серьезный подготовительный характер по получению информации, по подтверждению данной информации, по обеспечению подходов для того, чтобы дальше провести мероприятие по задержанию лиц, которые непосредственно при изготовлении. Это тоже немаловажный фактор, с учетом того, что надо понимать, что мы должны четко знать, что наркотик изготовлен, что там находятся не только прекурсоры или конструкторы, которые используются для изготовления наркотиков, но уже и готовая продукция. Как вообще доказывается, такие дела трудно? Доказывается это, конечно, я как уже ранее сказал, да, то, что очень большой объем подготовительной работы проводится, да, именно для того, чтобы в дальнейшем эти уголовные дела имели судебную перспективу, потому что, естественно, в таких случаях включается большой ресурс и с точки зрения защитников, которые получают за... Ну, тоже деньги большие. Конечно, да. Там на каждого подсудимого, конечно, по одному защитнику, да, были такие дела. Вот. Поэтому здесь не должно быть каких-то даже мелких ошибок, чтобы обеспечить уголовное дело полным объемом доказательств. Вот, ну, относительно уголовного дела, Ирина Валерьевна, как правило, в суды уже приходят хорошо отработанные оперативниками и органами предварительного следствия дела, да? Что есть какие-то проблемы вас, как представителей гособвинения? Ну, если дело поступило в суд для рассмотрения по суду, значит, оно надлежащим образом расследовано и закреплено. И утверждено, да, прокурором. Да, необходимо помнить о том, что предварительное расследование с самого начала оперативной деятельности, следствия, находится под надзором, в том числе, органов прокуратуры. И для того, чтобы дело поступило в суд, уже все проверено и перепроверено. Но вместе с тем важно отметить безупречность первоначальных мероприятий, как оперативных, так и следственных действий. Потому что, как правило, именно на первоначальном этапе расследования закрепляется основная доказательная база. Это непосредственно, вот, когда происходит пресечение деятельности, осмотр места происшествия, приобщение вещественных доказательств, изъятие наркотических средств. В данной стадии не должно быть никаких нарушений даже формальных уголовно-процессуального закона. Потому что, как правильно отмечено, по таким делам, где задействованы большие суммы денежные средства, да, корыстные преступления, действуют группировки не продолжительный период времени, у них имеются свои накопления, соответственно, и получается, защитники не по одному, и каждый
документ рассматривается под лупой. Да, под лупой здесь могут привязаться к чему угодно, да. Что называется, подцепить любую погрешность. Да, вместе с тем следует отметить, что таких грубых нареканий каких-либо, которые повлекли бы бесспорную утрату доказательства, в настоящий момент в этом году текущем не выявлялось судами областной инстанции. И в результате положительной совместной работы у нас имеется за один год 3 уголовных дела больших, рассмотренных областным судом, именно в отношении крупных дельцов в данной сфере. Вот, в частности, из последнего, как раз о нарколаборатории, которая была озвучена, была пресечена деятельность 4 мужчин в возрасте 24-32 года, которые на территории одного из СНТ Калининского района в вагончиках производили наркотические средства синтетические. У них на месте были обнаружены не только наркотические средства, но и прекурсоры, закупленные для, в принципе, промышленных масштабов. Ну да, это уже на поток поставлено, да, да, дело да, было. Да. По итогам судебного разбирательства вынесен приговор обвинительный. Лицам назначено наказание от 16 до 16,5 лет лишения свободы. 16-16,5 лет, а предусматривает вплоть до пожизненного. Да? Тут, то есть тут разные причины могут влиять. Да? Но тем не менее на 16 лет это прилично. Человек будет изолирован от общества. Ну, вместе с тем хочется обратиться, почему такие, может быть, не самые пожизненные лишения свободы. Потому что, как правило, работа правоохранительных органов по пресечению, она как бы по факту... Лицо как застукано на месте. Да? Ну да, да, с такими, они... да, доказательственная база, да, да, с чем и застукано. И в принципе нельзя сказать, что есть отказ от обвинения, в основном у лиц, которые привлекают к ответственности. В основном они признают сам факт, вместе с тем могут оспаривать некие доказательства. И такая позиция с точки зрения уголовного закона является признанием вины, и в том числе явка с повинной по обстоятельствам, которые они рассказывают органам правоохранительным, где они закупали, с кем контактировали, каким образом были налажены вот эти преступные сети. Вот недаром было сказано, что нарколаборатория организовалась в вагончиках за пределами города. Я помню, несколько лет назад, Владислав, в Чайке, по-моему, микрорайоне накрывали квартиру в жилой многоэтажке, точно такая же лаборатория работала, да? То есть жители почувствовали что-то неладное, да? То есть теперь они стараются уйти за город, чтобы поменьше свидетелей, и как вообще раскрыть-то это дело, что где-то там в деревне, в глухом лесу стоит вот такая избушка на курьих ножках, а там практически завод работает. Что должно в первую очередь людей насторожить? И звонят ли вам люди, что-то не так в округе происходит? Совершенно верно, да. И такие лаборатории, почему они уже уходят из, скажем так, городских квартир, городского сектора? Ну, прежде всего, это объемы. Увеличились объемы изготовления наркотических веществ. То есть вот эти бытовки, вагончики, дома частного сектора, это позволяет разместить, как уже было сказано, производственное, практически производственное оборудование, на базе которого изготовляется вот синтетический наркотик. Причем вот эти дома, они покупаются интернет-магазинами для лаборантов. Даже покупаются, да? Покупаются, да, для лаборантов, которые в дальнейшем уже приходят туда, практически зная, что данное помещение уже оборудовано. Причем вот даже внешне, да, наверное, вот так вот, Ирина Валерьевна, внешне, наверное, приличные люди, да, вот вы говорите, молодой возраст, не опустившиеся никакие, наверное, такого интеллигентного люди бывают, да, с собой, что молодые, не заподозришь, да, что там что-то они такое-то. Они не привлекают к себе внимание, конечно же, ведут обособленный образ жизни, как правило, даже это... Вежливо и внимательно здороваются с местным населением, Выбираются, конечно же, СНТ, вот, они где малочисленные, либо это чтобы были крайне такие вот. Ну, конечно же, прежде всего, в любом случае, мы, общаясь с гражданами, да, обращаем внимание, чтобы они также обращали внимание на то, что кто посещает вот такие дома, там, кем приобретается. Возможно, присутствие посторонних запахов, химических реактивов каких-то. Дымок такой от печки, да, идет только не приятный. Дымок, но да? Все равно, если длительное время есть какие-то подозрения, в любом случае мы готовы рассмотреть данную информацию. Такая информация поступает очень часто, и любая такая поступающая информация очень тщательно нами проверяется, и в дальнейшем мы уже определяемся, действительно ли это соответствует нашим предположениям о
наличие каких-то либо лабораторий, либо притонов, либо что-то еще связанное с сбытом наркотических веществ. Ну и, соответственно, принимаем меры для того, чтобы пресечь эту деятельность. Я помню, что раньше ярким признаком притона были шприцы, да, которые там валялись по всему подъезду, то теперь мы переходим на синтетику, да, это несколько другое что-то, да. Кстати, отличается ли сейчас степень тяжести поражения наркотиками, Виктория? Вот вы сталкиваетесь с лечением, вот вы говорили, надо, чтобы человек хотел. Человек хочет, но медикаментозно помочь ему, насколько сейчас тяжелее, чем, допустим, раньше, 5 лет назад? Ну, вы знаете, поскольку специфика все-таки она и опьянение другая, да, то есть развитие заболевания она другая, да, сейчас, поэтому оценивать это, наверное, крайне сложно, потому что если раньше, как мы уже часто говорим, наши старые добрые опиоидные наркоманы, да, то есть они каким-то образом все-таки они были в каких-то рамках, да, то есть мы редко сталкивались с какими-то психотическими нарушениями, то есть это было хроническое нарушение, максимум, что их там ждало, это передозировки, то есть это было, как правило, самые тяжелые вот такие вот вещи, которые, с которыми они поступали, ну и это был длительный процесс, естественно, сопряженный с различными социальными нарушениями в семье, да, то есть это продажа всего имущества там из семьи, ну, то есть это, конечно, страшные вещи были, но они все-таки развивались постепенно, какое-то достаточно длительное время удавалось скрывать это от родителей, да, то есть, как правило, всегда говорили, что родители узнавали самыми последними об этом, да, то есть сейчас, к сожалению, в связи с появлением вот этих новых синтетических психоактивных веществ, ситуация поменялась. С одной стороны, к сожалению, с другой стороны, конечно, это стало легче, чем что тут уже пропустить такое даже родителям невозможно. Да? То есть там настолько меняется психическое состояние, что даже самый любящий родитель это заметит. То есть поэтому... В таком состоянии надо вызывать скорую? Как правило, да, потому что высока вероятность того, что человек или же нанесет самоповреждение себе, то есть или еще что-то, потому что идут, сейчас попробую попроще сказать, какие-то галлюцинаторные нарушения, да, то есть вот как бы изменение сознания может, чувство страха усиливается. Да, он в таком состоянии может и убить кого-нибудь. Да, все будет зависеть от его изначальной настроенности. Иногда бывают вот такие вещи, которые там они слышат, в том числе и голоса такие, да, то есть поэтому бывают такие люди, которые выбрасываются из окон, да, то есть там иногда бывают самоповреждения наносят и ножом, то есть ножевые ранения, ну, то есть это крайне страшные вот такие очень резкие и которые требуют реагирования, вот именно очень быстрого реагирования на ситуацию, в том числе и от родственников. Кстати, насколько здесь важно, у нас, к сожалению, программа подходит к концу, это нужно делать отдельный эфир, насколько важно вовремя обратиться, чем раньше, тем лучше? Конечно, чем раньше, тем лучше, потому что любое психоактивное вещество, оно чем прежде всего и опасно, что оно влияет не только на общий организм, да, но прежде всего на головной мозг, и поэтому, когда уже... мозг настолько повреждается, что приходится его сначала приводить очень долго в чувство. Но сами понимаете, что это крайне проблемно и крайне тяжело. Да, то есть чем раньше спохватились по этому вопросу, тем, соответственно, будет лучший результат. Мы располагаем сейчас на Земле Верхнего уже такими возможностями, чтобы выровнять человека в его вот в этом физическом состоянии и дать направление на лучшую жизнь, на правильную жизнь. Возможности такие есть, собственно говоря, и лечебного плана, да, то есть и социального плана, да, то есть у нас есть и медицинская помощь оказывается в полном объеме, и стационарная, и амбулаторная помощь оказывается, в том числе и последующие реабилитационные центры тоже работают, та же вот упомянутая ранее межведомственная группа как бы одобрила действие 3 реабилитационных центров на территории Тверской области, поэтому как бы... Всё. И стесняться, главное, здесь и бояться не надо.
бояться не надо даже никоим образом, потому что, собственно говоря, бояться уже поздно, да. Чего-либо бояться, тут добояться можно до страшных вещей, что мы просто потеряем. Да, либо сам помрешь, либо кого-то убьешь. Да, да, да. А еще очень часто такие люди садятся за руль машины. Да, но на самом деле, да, вот для тех лиц, которые в раздумьях на то, что употреблять или не употреблять наркотики, надо понимать, что современные синтетические наркотики, они изготовляются по такой схеме, что нарушение какого-то технологического процесса и употребляя наркотик, ты можешь просто-напросто лишиться жизни или очень серьезным образом подорвать здоровье. Вот, поэтому здесь категорически это крайне опасная вещь. Наркотики не это несут смерти, не в том плане даже это какая-то метафора, да, это реальная, это обстановка, которая действительно есть. Во всяком случае, раньше, если мы говорили, больше становится на учете поставленных, это анонимно вообще делается? Вы знаете как, существует анонимное лечение, существует и лечение в рамках диспансерного наблюдения, да, то есть есть нюансы, но анонимное лечение тоже оно как бы присутствует, имеет место быть, в том числе и как в Твери, так и в районах области наши, поэтому было бы желание, да, то есть и понимание у самого пациента и настрой на лечение. То есть лечение мы можем оказать, пожалуйста. Специалисты есть, главное желание. Да. Вот, а мы где-то через неделю будем проводить эфир, который будет как раз мотивации человека посвящен, чтобы на здоровый образ жизни. Стремительный эфир подходит к концу. Мне бы хотелось, чтобы, Ирина Валерьевна, вы еще раз сделали акцент, что по закону отвечают и те, кто продают, и те, кто потребляют. Это касаемо тех самых закладок. Да. Уголовная ответственность установлена Уголовным кодексом Российской Федерации, и она очень суровая, и неотвратимость наказания, конечно, должна быть, безусловно, в том числе и одним из останавливающих факторов на становление на этот скользкий путь. И лишение свободы, назначаемое судами, санкции, статьи, конечно, предусмотрено, а очень большие сроки, и, соответственно, надо понимать, что вся жизнь после факта причины уголовной ответственности не будет такой, как была прежде, безоблачной, и обратиться, вернуться туда мы не сможем. Конечно. И, безусловно, тюрьма никого совсем вот не переродила и не дала путь в новое светлое будущее. Да, в всяком случае, поэтому может быть, сделала на свободу с чистой может совестью. Может быть, и вылечила даже, да, поскольку там они не употребляют. И, может быть, здоровье, да, может быть, и вылечила, да, но уже зачеркнуть бы всю жизнь, да сначала начать. Владислав, ваши пожелания, куда звонить людям, которые видят, где-то там окопают, где-то закладки делают. Что, не стоять в стороне, не молчать? Ни в коем случае, конечно, нельзя оставлять это без внимания, потому что информация наших граждан, наших жителей, это большая помощь в том, чтобы нам все-таки предотвратить это зло и максимально сделать наш регион безопасным для того, чтобы наркотики здесь распространялись. Поэтому у нас есть дежурные части, которые в круглосуточном режиме принимают любую информацию, регистрируются все сообщения о преступлениях, о происшествиях, ну и в том числе, что касается факта либо распространения, употребления наркотических веществ, это тоже будет зафиксировано. И в обязательном порядке данная информация будет проверена. В случае необходимости незамедлительно будут направлены сотрудники полиции, которые будут разбираться непосредственно на месте. Кроме этого, хотелось сказать, что есть официальный сайт УМВД, на который также можно направлять информацию, либо какие-то сообщения или с вопросы, связанные с незаконным оборотом наркотических веществ. Там также будет проведена проверка и дана соответствующая информация в рамках ответа на все сообщения граждан. В прокуратуре тоже можно обращаться по сайту непосредственно, да? Да, есть электронно-приемная. Вы тоже реагируете на это? Ну, вы будет организовано, по крайней мере, рассмотрение обращений. Сплоченным кулаком работаете. И, Виктория, куда обращаться по адресу к вам? Прежде всего, взрослое население старше 18 лет, это на Королева 10, наркологический диспансер. У нас существует в том числе и Центр помощи детям и подросткам, это на Перекопском переулке 13. То есть, пожалуйста, в зависимости от возраста, от желания, от близости к району, ну, как бы вот,
куда угодно, пожалуйста, можно обращаться, а там дальше уже будем разбираться. Спасибо огромное за участие в нашей программе. И надеюсь, что прислушаются жители региона к нашим советам. И давайте еще раз напомним, что жизнь хороша и прекрасна, что всегда есть чем заняться, кроме наркотиков. Они только ведут нас в могилу. Всего доброго, не болейте. До свидания.